Джонни Депп пойдет? Ты же не снимал, я надеюсь. Ой, слава богу. Эу, я не разрешала меня снимать. Знаешь, допустим, и что со всем этим делать? И как бы задумается, поняла, да? А потом следующий этот. Если бы ты сейчас не снимал, я бы это прокомментировала. Но я не хочу, а то вдруг ты потом это ставишь. Ты думал, когда человеку отъедал. А, его там не залагивает. Да. Ты что делаешь? Ты Петличку поломали. Мои лица, когда мне говорят, что я поломала петличку. Семью ушел отец, потом умер любимый дед. Активно. Сначала из семьи ушел отец, потом умер любимый дед, и семья переехала во Флориду, где у Джонни не заладилось со сверстниками. Эти, слава богу, умной маме Джонни пришел в голову план спасения сына. Она подарила ему гитару, и вскоре новая игрушка подарила жизнь, направила его жизнь в новое русло. В итоге именно Кейдж сыграл в Джонни Деппа. В итоге именно Кейдж сыграл в жизни Джонни Деппа роль доброй феи. Отвел его на пробы фильма «Кошмар на улице Вязов», съемки в котором и привели его к популярности. Съемка в котором в результате и стала для Деппа трамплином в большое кино. Фильм которого Эдвард Руки-Ножницы открыл самый большой. Я этот текст первый раз вижу. Депп фактически стал мутаким Эдвардом. Позволи ему тогда играть. А ёпты, фишки показывай. Живой гений. Культовая фигура мирового кино. Джонни Депп, и этим все сказано. Вот что он надо мной издевается? Депп фактически стал музой Бёртона. Что? Типа я, по-твоему, передохнула, да? Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в нашем выпуске, ну если наш, конечно же, кто-нибудь смотрит, речь пойдет о Джонни Деппе.